Организация летних лагерей различного профиля – неплохое подспорье для родителей, ведь дети находятся под контролем педагогов, своевременно накормлены и при этом заняты интересными и полезными делами. Как организован спортивно-оздоровительный лагерь в Чашницкой районной детско-юношеской спортивной школе, мы поинтересовались у заместителя директора по основной работе Александра Георгиевича Павловского. Он же является и директором лагеря. Ежегодно на базе детско-юношеской спортивной школы Чашницкого района работает спортивно-оздоровительный лагерь. Спортивно-оздоровительный лагерь является продолжением учебно-тренировочного процесса. Лагерь у нас работает в две смены. Первая смена и вторая смена. Лагерь работает, базируется на базе Чашницкой детско-юношеской спортивной школы в количестве 40 человек, а также в городе Новолукомле на базе Новолукомльской первой школы. С учащимися оздоравливаем мы ежегодно 180-190 человек. С учащимися у нас работают квалифицированные тренера, которые имеют первую и высшие квалификационные категории. Лагерь наш работает по 18 дней. Первая смена и вторая смена, то же самое, 18 дней. Питание у нас трехразовое. Завтрак, обед и полдник. Кроме того, что у нас 2-3 часа учебно-тренировочного процесса, кроме этого у нас еще и есть, как и в любом оздоровительном лагере, мероприятия воспитательного характера. Во время визита юные спортсмены возвращались с завтрака. Затем их ждали тренировочные занятия, во время которых Олег Владимирович Дроздов с ребятами отрабатывал умение ведения мяча через препятствия, обучал футбольным хитростям, повторял и отрабатывал с мальчишками футбольные навыки. Другие же педагоги-тренеры параллельно занимались с ребятами легкоатлетами. Юные спортсмены оттачивали навыки в метании копья, прыжках в длину и беге. В тренажерном зале на втором этаже здания часть юных спортсменов занимались на спортивных тренажерах. А желающие посостязаться в шашках пробовали свои силы в этой непростой игре. Мы поинтересовались у ребят, нравится ли им в лагере. Я хожу в лагерь, мне там очень нравится. Мы метаем копье, метаем диск, прыгаем. Питание хорошее. Наш футбольный лагерь – очень хорошее место, тут можно отдохнуть. Мы тут занимаемся уже не первый год. Лагерь очень крутой, там мы ходим в кафе «Бремстаж», делаем кросс, бегаем, детям весело. Нравится, как кормят, нравится, как играем. Мне нравится футбольный лагерь, потому что мы можем пообщаться, найти себе новых друзей. Мне нравится футбольный лагерь из-за тренировок, хороших нагрузок, из-за того, что тут хорошо кормят. Из-за футбольного лагеря я нашел себе много друзей. Мы заняли первое место на соревнованиях «Кожаный мяч» в Орше. И мы выиграли «Лиозный» и «Лепель», и мы выиграли поездку в Минск. Лагерь для ребят – это хорошая альтернатива компьютерным играм. Время, проведенное интересно и с пользой для здоровья. Тем более погода радует солнечными деньками.